Следующий доклад по поводу использования инструментов сканирования в полях приглашается Кирилл Идрисов, представитель компании Leica. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Разрешите поприветствовать вас от компании Leica Geosystems Казахстан. Также я хотел поблагодарить компанию Autodesk за приглашение, то, что дали нам такую возможность выступить перед публикой в городе Ташкент. Меня зовут Кирилл Идрисов, я являюсь менеджером по лазерному сканированию компании Leica Geosystems Казахстан. В данной компании я уже работаю 10 лет. И сегодня я хотел бы показать, как наши лазерные сканирующие системы реализованы во всем мире. Покажу вам несколько примеров. То есть давайте начнем. И первый мой вопрос к аудитории. Все ли сегодня услышали, что такое лазерное сканирование? Все услышали, что такое блокоточек? Как это применяется? То есть, один человек, два услышало. Спасибо большое. То есть моя тема моей презентации заключается в следующем. Применение лазерных технологий, а именно сканирование в BIM, и как мы это предлагаем использовать наши лазерные сканеры именно в этом направлении. То есть что такое BIM, я думаю, вам уже рассказали, я думаю, вы это уже все знаете. То есть это весь жизненный цикл любого предприятия, здания, сооружения и так далее. Сначала на начале проектирования и до ввода в эксплуатацию, но что случается, если нам нужна BIM-модель уже построенного какого-то объекта? То есть мы предлагаем использовать наши технологии, то есть лазерные сканеры, и поэтажно мы сканируем здание, помещение, целые предприятия. Изнутри, потом мы делаем фасадную съемку, и после чего в программном обеспечении Revit получаем полноценную модель. Дальше я покажу, как эта модель выглядит на самом деле. То есть это было в Эдинбурге с помощью лазерного сканера RTC-360. Это наша последняя модель. Был отсканирован объект снаружи, изнутри. Так выглядело облако точек, после чего была построена в Revit трехмерная модель. Можно извлекать все фасадную информацию. Также мы посмотрим поэтапно, как это все моделировалось. То есть была проделана очень большая работа. Также были построены трехмерные модели всех коммуникаций. То есть видны все фасады, все внутренние помещения. Также можно в автоматическом режиме, это вам все уже, наверное, рассказали, то есть извлекать полностью все 2D-чертежи, делать абсолютно любой разрез по данному объекту. То есть из процентного соотношения, из нашего опыта, соотношение работы в поле и преобразование этого в трехмерную модель, 30% занимает сбор информации примерно. То есть это сканирование, обработка старой документации, и основное время занимает моделирование. Это если будут работать профессионалы. То есть если работают не профессионалы, то есть это где-то еще, то есть по плюс-минус, где-то еще плюс 30% можете смело взять. То есть это получается 130%, если мы возьмем весь цикл. То есть также еще один гражданский объект, то есть на основании облака точек была построена 3D-модель, также в Revit. Лазерные сканеры имеют различную точность.
То есть максимальная точность может достигаться 1,2 миллиметра. То есть самая большая погрешность — это 4 миллиметра у наших сканеров. Ну, примерно такой вид имеет трехмерная модель. А дальше я вам хочу показать первый лазерный сканер, который был в 2000 году. Его произвела компания Cyrex. На основе этих технологий сейчас делаются абсолютно все сканеры. То есть вы можете посмотреть, как выглядел первый сканер. Это примерно как в той истории из Ералаша, когда часы взял, а батарейки забыл. То есть данный сканер весил порядка 100 килограмм. Он состоял из нескольких там различных комплексов и так далее. То есть что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы имеем портфолио из трех лазерных сканеров. То есть это BLK360, это самый маленький лазерный сканер в мире. Вес его составляет всего 1 килограмм. Следующий — это RTC360. Скорость сканирования данного сканера позволяет сканировать 2 миллиона точек за 1 секунду. А время сканирования у него всего 24 секунды на одну точку стояния. И самый последний — это P-серия. Это профессиональный лазерный сканер. Уникальность его в том, что он сканирует на расстоянии до 1 километра и работает при температурах до минус 25 градусов. Также здесь краткие характеристики. BLK360 — дальность сканирования до 60 метров, скорость сканирования 360 тысяч точек в секунду, и по умолчанию он работает сразу в программном обеспечении Autodesk. Точнее быть, это Autodesk Recap. Следующий — это лазерный сканер RTC360, он представлен в следующем зале. Если кому-то интересно, можете потом своими руками уже пощупать, потрогать, как он работает. Это уникальный лазерный сканер, который позволяет в десятки сокращать время для сканирования. Допустим, если сравнивать две модели сканера, то есть с одним сканером я выполняю работу полтора дня, а с этим сканером я выполнил ту же самую работу за 50 минут всего лишь. И последний лазерный сканер — это уже промышленный лазерный сканер, который в основном сканирует все заводы. Это высокоточная модель, точность получения координат 1,2 мм, дальность сканирования до 1000 метров и, я повторюсь, температурный диапазон до минус 25 градусов. Также все сканеры имеют возможность работать абсолютно в любом положении, то есть вниз головой, там, если нужно, там, допустим, какие-то резервуары отсканировать и так далее. Также у нас есть программное обеспечение CloudWorks, которое специально разработано совместно с компанией Autodesk. Это для того, чтобы переносить многомиллионные, многомиллиардные облака точек программного обеспечения на Navisworks, Revit, AutoCAD, Civil и так далее. То есть там, неважно, какой объем у облака точек, любой облако точек откроется в AutoCAD. Если напрямую скидывать DXF формат, это просто будет невозможно. И последнее видео касательно применения облака точек с лазерного сканирования в программном обеспечении Navisworks для того, чтобы определить различные коллизии, сверить план с фактом, сверить облако точек с BIM-моделью и посмотреть, где какие отклонения. И на выходе мы можем получить специальный отчет, где мы будем видеть все наши отклонения в миллиметрах там, и так далее. Стоит труба на месте, стоит балка на месте и так далее. Колонны, смещения, это все будет видно в программном обеспечении Navisworks. Также я хочу вам сообщить, если вдруг вы еще не имели возможность применять лазерное сканирование, а у вас есть такое желание, вы, в принципе, можете взять мою визитку. Мы, в принципе, с радостью организуем приезд с лазерным сканером, покажем на вашем предприятии, как это работает, и, возможно, вас это заинтересует. Последний мой слайд. То есть весь мир уже движется в 3D. Как бы не рекламу вам сделать. То есть я еще раз говорю, то есть вы можете пригласить нашу компанию к себе на предприятие, мы вам с радостью покажем наши все технологии, как это работает, как это интегрировать в программы Autodesk и так далее. Спасибо за внимание.